Решили вопрос пассажирских перевозок и в Ленске. С 1 октября общественным транспортом заведует районная администрация. Единственный частный перевозчик отказался от предоставления услуг. О своем решении он уведомил городские власти заранее. Жители Ленска были обеспокоены, ведь многие живут в отдаленных микрорайонах и не могут добираться в центр на такси. Не в силах решить проблемный вопрос, городская администрация передала полномочия районным властям. Теперь перевозками занимается муниципальное предприятие «Гранит». Сегодня с 6 утра на линию вышли 9 автобусов, а не 4, как было ранее. Маршруты останутся прежние, будут добавлены новые ветки. Сегодня действует расписание 2017 года. Проезд не подорожал. Что касается школьников автобусов, то теперь дети будут ездить вместе со взрослыми. В будущем, скорее всего, школьных автобусов, школьных маршрутов как таковых не будет. Потому что содержание парка, ну там из 20, грубо говоря, автобусов, это экономически невыгодно. Гораздо выгоднее содержать один парк общих перевозок, где будут ездить школьники, так же, как они ездили бесплатно, и взрослые пассажиры. «Гранит» планирует закупить еще 4 автобуса ПАС на 16 миллионов рублей. С поступлением новой техники интервал между рейсами сократится до 7-8 минут.